Я родилась и выросла в Украине. Родилась и выросла здесь в Одессе. И никуда я не уже. Да, при Советском Союзе. Не в Одесской области, в самой Одессе. Драка сейчас будет, наверное. А вы хотите сказать, что в деревне лучше? Посмотрите, при Советском Союзе в деревне можно выбрать. Не надо. В деревне можно было хоть как-то жить. И сейчас. Да я спросила, что вы здесь стоите, мёрзнете. За что? Чего вы добьетесь? Ничего вы не добьетесь. Да мы сейчас поплачем. Да поплачем. Не будет, да? Молодец. И драка, давай. И драка тоже не будет. И можете не переживать. Ha ha ha!